Итак, ребят, всем привет! Сегодня у нас очередной видеовыпуск, и у нас сегодня не коп. У нас сегодня будет чистка. Да-да, ребят, чистка, потому что один из подписчиков ко мне обратился и сказал: «Саш, попробуй вот этот метод, он шикарный, чистит советики прямо на ура, шикарно, без красных пятен». Я, конечно же, об этом методе знал, но я его не использовал из-за того, что там используется у нас уксус и перекись. И я по своему опыту знаю, что уксус съедает монеты, и перекись тоже добавляет именно разгон уксусу. И эти пропорции я вам сегодня покажу. Уксуса и перекиси будет соотношение 30 к 70, и результат вы сегодня увидите. Ну и я, конечно же, тоже посмотрю и сделаю этот эксперимент, потому что я слышал этот метод, но не использовал, потому что немножко, ну, прокрутил в голове, что уксус и перекись — это будет как бы, ну, бомба для монеты, убийство. Вот, и для примера вы все наглядно увидите. А также я вам покажу недавно найденную монету. Это у нас была серебряная монета. И я вам продемонстрирую, что на самом деле это была монета, действительно монета. Я думал, гривенник, а оказывается, это была все-таки Павловская монета, именно 10 копеек. И монета была, в принципе, очень-очень дорогой. К сожалению, не в мою пользу. Так что смотрим, будет интересно. Ну а то, что, ребят, вы мне подсказали, что это вензеля именно Павла, я немножко думал, что это гривенник. Но когда мне стали говорить, что имеется, проглядывается корона, и я более тщательно ее посмотрел, да, корона проглядывается, и вот она. Я вам сейчас покажу оригинал монеты, как она выглядела в свое время. Совершенно верно, ребят, всем спасибо, кто помог мне в датировке данной монеты. Итак, ребят, взвесил я на весах. На весах он показывает, естественно, будет меньше. Не тот результат, который нужно, 2,96, по-моему. Вот, потому что она вся затертая, как вы видите. И на штангель-циркуле показывает 1,8 мм. Это свидетельство тому, что я вам сейчас покажу. Оказывается, монета очень была дорогой. Итак, ребята, давайте теперь прибегнем к каталогу. Я ссылался, что монета это не 10 копеек Павла I, а все-таки это гривенник. Но когда начал замерять штангель-циркуль, у нас показал, что монета у нас действительно павловская. И спасибо это подписчикам, которые помогли мне. И что, смотрите, вот на павловская монета, и вес данной монеты и диаметр как раз тот, который нам и нужен. Диаметр 18 миллиметров. И наша монета, в принципе, она, оказывается, была очень дорогой. Посмотрим по каталогу стоимость данной монеты. Базовая цена 26 тысяч, и могла достигать 156 тысяч. Представляете? Это была редкая и дорогая монета. Как не повезло монете. Как не повезло мне. Итак, ребят, приступаем именно к эксперименту. Взял я вот такие вот монеты. Все монеты убитые. Чистить их только преобразователем ржавчины, ортофосфорной кислотой. Подготовил два типа монет советских. Это у нас медно-никелевая и алюминистая бронза. Все монеты ушатаны до безобразия. Вот, так что эксперимент буду делать специально на убитых. Но каждой монете будет приложен монета в хорошем, бодром внешнем виде. Без болячек, с небольшой характерной патиной. И медно-никелевые монеты тоже есть экземпляр, который, в принципе, чистенькая, нормаленькая,
коросты, язв на ней нету, но для эксперимента я ее тоже заброшу. Остальные все монеты в очень отвратительном внешнего вида. Две миски с жидкостями. Здесь пропорции 30 на 70 и в другой тоже 30 на 70. Все делал ровно при помощи шприца, чтобы не было никаких разногласий. В общем, забрасываю я свои монеты, не буду долго разглагольствовать. Надеюсь, видеосюжет у меня будет на 10 минут. Много жидкости не делал специально для 5 монет. В общем, забросил я их. И посмотрим, работает это средство или нет. Все это я делаю для того, чтобы вы в будущем не мучились и не искали чистящее средство, чтобы на монетах не оставались красные пятна. Многие жалуются, что монеты краснеют после ортофосфорной кислоты. Так что я продолжаю экспериментировать и искать различные методы. Так что присылайте свои методы, какими вы чистите убитые монеты, и краснота на них не остановится. Так что давайте подождем, включим таймер и посмотрим, за какой промежуток времени жидкость у нас справится. Итак, ребят, пришло время посмотреть, что у нас. Прошло уже больше 3 часов. Я периодически их доставал и смотрел. В общем, давайте начнем с алюминистой бронзы. С монет, которые были в идеальном сохране, которые, как говорится, не нужно было чистить. И я решил сделать эксперимент. Что я вижу на монете? Конечно же, появились у нас какие-то микрократеры. И это не есть хорошо, конечно. Ну, ладно. Что у нас с монетами худшего внешнего вида? Так, почти почистилось, остались красные пятна. Ладно, следующую. Достаем. Монета была вся в бородавках. Бородавки остались. Ну и самые убитые монеты, которые были с большими наростами, окаменелыми. И вот так у нас получилось за 3 часа почистить вот так. Если честно, мое мнение, это слабовато. И была еще одна монета. Вот такая она сейчас. Нет. Меня такое средство не устраивает. Давайте посмотрим, что у нас происходит с медно-никелевыми монетами. Я их периодически доставал, переворачивал, чистил. Но как-то что-то не особо. Следующая монета. Нет. Сейчас я монету показываю вам, которая была идеальная. На ней был просто налет красный. Болячек не было. Налет тихонечко слазит. Так, следующая. 20 копеек. Нет. Еще раз нет. 41 года. Нет. После 3 часов чистки меня это дело не устраивает. И я, знаете, как поступлю. Эти монеты оставлю на целые сутки, то есть на ночь. И завтра я продолжу видеосюжет и покажу все же, что с ними произошло. Если меня что-то как-то не устроит, я эти монеты своим традиционным методом почищу. Методом при помощи ортофосфорной кислоты. И на результат
вы посмотрите. Так что не переключайтесь. Авантюра остается. Посмотрим. Это мне совет попадал один из подписчиков. И сказал, что он чистит именно этим методом. И доволен. Я, по крайней мере, пока недоволен. Жидкость стала такая, знаете, зеленоватая в обеих тарелочках. Вот, так что на ночь оставляем. Не переключаемся. Ночь пройдет для вас очень быстро. Итак, ребят, прошло целые сутки. Монетки лежат в жидкости. Жидкость стала уже такая зеленоватая. Достал я медно-никелевые монеты. И медно-никелевые у нас, смотрите, ничего с ними не произошло в лучшую сторону. Выглядят они не особо интересно. Сейчас я достану все монеты алюминиевые и бронза. И посмотрим, что у нас произошло с ними. Сразу могу сказать, что ничего хорошего. Абсолютно. Конечно, процесс чистки идет. Но, как меня уверял подписчик, что монетки будут в хорошем внешнем виде. Нет. Не произошло чудо. Хорошая монета, которая была, она стала немного с каким-то налетом, с какой-то патиной. Вот. Но в целом, я бы не сказал, что что-то интересное произошло с ними. Так что сейчас наши монеты будут запускаться в мою супержидкость, в мой метод. Этот метод я как бы сам дошел. Это у нас обычный преобразователь ржавчины, основанный на ортофосфорной кислоте. Недостаток этого метода в том, что монеты будут розоветь. И я могу с уверенностью сказать, да, недостаток есть. Но этот метод, я считаю, самый лучший из всех методов, которые мной были испытаны и испробованы. И немного времени нужно ждать. 10-15 минут и уже будет результат. Так что включусь через 15-10 минут. Итак, ребята, некоторые монеты я уже вытащил. Вот они, три монетки. Я их вытаскиваю именно тогда, когда с них полностью снимаются болячки. Пятна пусть они остаются, но чтобы не было болячек. Другие две монеты, которые были убитые до безобразия, они у меня еще доходят. Болячки, окислы на них еще имеются. Так, ну, визуально хочу вам сказать, что медно-никелевые тоже подошли. Систематически, периодически я доставал и чистил при помощи вот таких вот щеточек. Вот, хочу сказать, что они продаются в обычном строительном магазине. Я приобретал в Леруа Мерлен. Так, давайте достанем наши монетки. Медно-никелевые. Я думаю, все, болячки с них сошли. И тоже периодически их вынимал и чистил щеточками. Вот, хочу сказать, вот, знаете, вот эта монета вообще огонь почистилась. Были красные пятна, но я их просто забросил. Вытаскивал щеточкой, промывал, прочищал. И, в принципе, если долго держать в жидкости, краснота с монет уходит. Ну, я не хочу так долго ждать. Вот эти красные пятна, они должны сходить. Но со временем тоже держать нужно сутки, и они постепенно сходят. Это я уже делал эксперименты, видео, по-моему, я выкладывал и вам показывал. Не хочу затягивать это мероприятие. Просто-напросто отшлифую, полирну монетки наши. И сейчас вам покажу, какие они у меня получились. Они, в принципе, готовые. Болячек на них нету. Единственное, что красные пятна. Но эти красные пятна мы полностью сведем. Ну, если вам интересно, что с убитыми монетами произойдет, вот, потому что монетки как бы уже лежат достаточно много времени, уже больше часа. Эти монеты я, как вам говорил, сразу после 10 минут вытащил, и они уже готовы. Но вот эти вот были ужасные, безобразные.
Так что, если любопытно, в конце видео я вам покажу. Вот это тоже была монета ужасная, но вроде бы как она будет более-менее внешнего вида. Тоже болячки сойдут полностью, шлифану, полирну и вам продемонстрирую. Так что сейчас я вам продемонстрирую, что я сделал с этими монетами. Буквально следующий включенный эпизод. Я их щеточкой снова пройду, вот этой щеточкой, и это дело полирну, заполирую всю эту красную ерундовину. Это у нас появляется поверх никеля именно медь. Медь в каждой монете присутствует, и она проявляется поверх никеля. Итак, ребят, пока наши монетки убитые, которые были вообще убитые, совсем убитые, даже не хотел их чистить, но для эксперимента решил использовать. Ну и другие монеты тоже были довольно-таки плохого внешнего вида. И получилось у нас так вот. Для эксперимента брал две хороших монеты. Вот она. Трешечка была хорошего, в принципе, экземпляра. Вот болячек больно на ней не было. Вот наростов тоже ничего не было. В общем, чистенькая монета была, лишь с неровной патиной. Вот. И вот эта двадцатка тоже была с налетом плохим. Болячек не было, но налет был отвратительный. И почистилась она, в принципе, очень-очень хорошо и приятно. Что могу сказать про другие монеты? Они были с болячками. Болячки сейчас проявляются в виде небольших кратеров. Вот. Но, в принципе, нормально все-таки получилось. Вот эта монета вообще, видите, какие кратеры. Не особо, но там были болячки. Медные никелевые монеты тоже довольно-таки бодренько почистились. Красные пятна я просто зашлифовал, кто-то скажет, это стирание. Ну, шлифовка, вот, и полировка, это, наверное, две разных вещи. Может быть, я неправильно выражаюсь. Я не шлифовал, а отполировал красные пятна. Вот, и, в принципе, монеты получились нормальные, без болячек. Самое главное, чтобы на них не было, не оставалось болячки. Когда болячки сходят, получаются вот такие вот кратеры. Вот такие вот точечки на монете. Это я называю кратеры. И это было место именно болячек. Монету нужно лечить полностью, чтобы не было никаких наростов. В дальнейшем монеты цвести не будут. Ну, как вы думаете, стоит дальше дожидаться? Что у нас происходит с монетами? Так, достанем одну монетку. В принципе, она почти почистилась. Вот видите, осталось два несколько темных пятна. Это еще не все. Это болячки. Должно быть внутри краснота. Здесь тоже присутствуют небольшие очаги болячек. Их надо выводить полностью. Эта же монета была вообще отвратительная. Будет она вся в кратерах. В общем, монета убитая полностью. Но для результата я вам все-таки продемонстрирую. Вся чернота должна сходить. И на месте черноты должны быть красные проявления меди. И эту красноту мы вот удаляем. В принципе, получается удаление нормально. И монетки выглядят добротно. Так что ладно, еще, наверное, полчасика подожду, посмотрю, что из них получится, и вам в конце продемонстрирую. Итак, ребят, решил не затягивать с видео. В общем, вот эту монету, которую вы, наверное, ждали, как почиститься, в общем, я не хочу больше ее мучить. Монета, в принципе, может отойти полностью, но, к сожалению, сохран монеты будет отвратительный, и смысла никакого нету ее полностью лечить. То есть монета все. Она умерла. Но другую монетку я как бы восстановил, реанимировал и дал ей какую-то вторую жизнь. Хотя монета тоже очень плохого сохрана, качества, не особо интересного. Все болячки выявились у нас небольшие кратеры. Вот мы их немножко заполировали и монете немножко дали жизнь. Ну, такая монета в коллекцию, конечно, не пойдет, но на пано еще будет сносно. Так что вот так. Ну а сейчас давайте попрощаюсь и сделаю последние слова напутствия. Итак, ребят, на этом я и закончу свой видеовыпуск. В принципе, все вы посмотрели, узнали, что состав перекиси водорода и уксуса, к
сожалению, на монеты влияют не просто отвратительно, но еще они и портятся именно в этих жидкостях. Так что рекомендую использовать мой метод преобразователя ржавчины. Результаты вы тоже видели, что в принципе монетки мы более-менее восстановили, и они заиграли новыми красками. Повторюсь еще раз, мой метод — это преобразователь ржавчины, основанный на ортофосфорной кислоте. Сам металл не трогает. Это доказано было лабораторными работниками, которые мне подтвердили и сказали, что металл данное средство не трогает, а убирает только окислы, то есть болячки и всякую гадость, которая образуется на монетах. Ну, в принципе, на этом и все. Надеюсь, вам понравилось. Пальчик кверху за труды и старания. Вот. Был еще один подписчик, который обратился с монетой медной. Монета, к сожалению, была убитая. Он спросил, как, что, зачем и почему, как ее почистить. Не убьет ли ортофосфорная кислота эту монету? Я ему сразу сказал, что монета плохого сохрана. Весь налет уберется, рельеф, конечно же, упадет, и монета будет непригодна. И вот по его вот вопросу я, наверное, в скором будущем сделаю видеосюжет, как восстанавливать, именно реставрировать монеты, чтобы, ну как реставрировать, визуально краски на него кидать, чтобы монетка убитая стала хоть каким-то внешним красивым внешним видом, вас радовала. Так что на этом и все, ребят. Все, всем пока, до новых встреч, до следующих эпизодов на копе или же на чистке.